iau de grasă. Păi ok, iau de grasă. Знаете, о чем мы говорили в прошлый раз? А кто не знает, подойдите, я вам расскажу еще раз или 15 раз, пока вы себе поймете. Мы сегодня читали в Кишиневе об учениках, которые 3,5 года пробыли с Иисусом. Думаете, какая реакция у них была после 3,5 лет? Они были такие верующие, такие активные, такие позитивные. Какие они были? Хорошие. Вы думаете? Почитать вам стишок из Евангелия от Луки? Давай. Давайте. Найдите в ваших Библиях и подчеркните для себя. 24 главу Евангелия Луки. Мы, да, Луки есть там. Луки есть там. Стих 11. Я вам показывал тут. Стих 11. Вот посмотрите. Допустим, перед вами есть несколько свидетелей. Вот Люда пришла, Аня пришла, Нина пришла, кто-то еще пришел и говорит вам: брат Пол приехал с Америки. Какова ваша реакция? Радость. Допустим. Вот посмотрите на их реакцию. Лидия, приходите, не я прочитаю 10 стих. Это была Мария Магдалина, допустим, это будет Люда выступать, да, ее роль. Иоанна, Мария, мать Якова, другие женщины, что были с ними, которые рассказали об этом апостолам. Сколько было апостолов? 12 человек. Достаточно 4 людей, по меньшей мере. Там написано и другие, я не знаю, сколько их было. Может, еще 10 было, я не знаю. Но 4 достаточно, чтобы вот сказали: брат Пол вернулся с Америки. Достаточно, да? Даже 2 достаточно, да? Посмотрите на их реакцию в следующем стихе. Что тут, страничка перелистнулась, да? 11 стих. И показались им слова их, как праздные россказни. Это что такое? Сказки, да? Подсказались им еще дальше. И показались им слова этих женщин, 4 или не знаю сколько их там было, 10 может быть, как праздные россказни. Праздная роскошь — это сказка, это небылица какая-то, это не стоит обращать на это внимание. Смотрите дальше. И они не поверили им. Не удивлюсь, если среди нас будут 3 года, может быть, больше годов, люди, которые посещают раз от раза, когда надо встают, когда надо садятся, когда надо поют, когда надо... Берут, когда надо, не берут, когда надо, идут, когда надо, не идут. И вместе с тем для них это все странная информация. Понимаете? Вот в чем разница. Дух Святой, когда входит в нас, Он учит. И Он говорит: кто Духа Святого не имеет, продолжите. Что написано? Тот и не его, да, не принадлежит Христу. Вот почему я не могу жить сегодня как дьявол, а завтра стать святым. Мне нужно быть всегда святым или всегда дьяволом. Понимаете? Просто прийти на 1 час или на сколько минут там приходит, это не поможет вам стать христианами. Если у вас не будет желания, я вам говорил про молитву «Отче наш», помните? Я могу выучить наизусть ее и тараторить как стихотворение. Поможет она мне? Нет. 40 раз подряд буду тараторить. Тоже не поможет? Запомнить. Сколько надо? 100 раз повторять? Нужно размышлять. Отче наш, Он мой Отец, я Его дитя. Кто из вас, молясь молитвой «Отче наш», думает: но если Он Отец, а я дитя, я должен быть послушный моему Отцу. А я что делаю для Него? Ничего не делаю, или мало делаю, или плохо делаю, или с пренебрежением делаю. Делаю так, как абы сбыли от меня, да? Сущий на небесах. Он обитает на небе. Я обитаю на земле. Хочу я быть на небе? Я должен поступать так, как Отец поступает. Здесь, на земле, уже живя. Не поступая на земле, живя, как Бог поступает на небе, я не увижу с Богом. Мы не имеем ничего общего с нами. Нет силы для того, чтобы
потянуло меня на небо, когда мне придется с ним встретиться. И ваш ум будет говорить вам, шей себе фартук из фиговых листьев, как сделали Адам с Евой, когда согрешили, обратились к образованию, обратились к философии, обратились к самоправедности, сказали, это он грешник, а я не грешник, я каждый раз прихожу, а он через раз приходит, а вот он вообще один раз в месяц приходит, а он книжки не читает, а он трактаты не раздает, а я вот молюсь, а я то делаю, а я это делаю. И это все личные заслуги, которые перед Богом равны. Грязная тряпка. Есть у вас дома грязная такая, промасленная, рваная, полы, которые вы моете, или что-то вам делать? Вот такая одежда, а перед Богом наша праведность. Хотели бы вы одеться в такую тряпку и сказать, о, у меня модный наряд. Посмотрите. Нет, нет. И Богу такая одежда не нужна. А, мы не будем говорить много, мы лучше споем. Пожалуйста, брат Андрей. 71 номер. Больше скажите о Христе, о благодати полноте, о том, как Он за нас страдал, нас возлюбил и оправдал. 71. Больше скажите о Христе, о благодати полноте, о том, как Он за нас страдал, нас возлюбил и оправдал. Боже, об Иисусе, Боже, об Иисусе, о том, как Он за нас страдал, нас возлюбил и жизнь нам дал. Боже, скажите о Христе, о святости и чистоте, о Духе истины, как Он вселяет в нас Христов закон. Боже, об Иисусе, Боже, об Иисусе, о том, как Он за нас страдал, нас жизнь купил и жизнь нам дал. Боже, скажите о Христе, о своей жизни, что везде, как жизнь из Духа нам зовет, и мир и радость нам дает. Больше об Иисусе, больше об Иисусе, о том, как Он за нас страдал, нас разлюбил и жизнь нам дал. Больше скажите о Христе, кто теперь на высоте, как любит грешника спасать, и как наш мир идет на мир. Больше об Иисусе, Боже, об Иисусе, о том, как Он за нас страдал, нас искупил и жизнь нам дал. А следующий номер 93. Чудный Спаситель зовет нас домой, ныне зовет, ныне зовет. Готовы ли вы ответить на Его зов и прийти к Нему с радостью? Чудный Спаситель зовет нас домой, или не зовет, или не зовет. Может, тебя от любви неземной, значит, и дальше лечет. Ныне зовет, ныне зовет. Чудный Спаситель всех грешников ныне зовет. Чудный Спаситель дает нам покой, ныне дает, ныне дает. Сердце свое пред Иисуса откроет, себе там время зовет. Ныне зовет, ныне зовет. Чудный Спаситель всех грешников ныне зовет. Чудный Спаситель сидит в любви, ныне Он ждет, ныне Он ждет. Сердце от тайна войдет. Ныне не зовет, ныне зовет. Чудный Спаситель всех грешников ныне зовет. Молится чудный Спаситель за нас, ныне пиши, ныне пиши. Радость дает от того, кого спас, станет и Бога спеши. Ты не знаешь.
11. Благодатная скала нам спасение дает. От греха порока зла я в ней вижу свой оплот. Благодатная скала мне спасение дает. От греха порока зла. Спасение дает, а греха порока зла. Я в ней вижу свой опор и скалы. Пожалуйста. Благодатная скала мне спасение дает, а греха порока зла. Я в ней вижу свой опор и скалы. Номер 124. Давне прикумряй, а шафе ту. Ту ешь лару, я ел луту. Давне прикумряй, а шафе ту. Я очень рад видеть вас и большое спасибо вам за ваши молитвы. And I've been praying for you. Я также молился за каждого из вас. You are not forgotten. Вы не остались забытыми. The ocean can't separate us. И океан не мог нас отделить. Because you know why? Понимаете? Hearts are knit together. Потому что наши сердца всегда вместе. And I'm here for you. И я снова могу быть вместе с вами. That, и я хотел бы, чтобы каждый из вас знал, что вы не забыты. Я слыхал о многих тех, которые перешли в вечность. We had a 30-year-old man that got saved in our church in Chișinău. 30 лет молодому парню было, он был спасен там в церкви Chișinău. He was in one of our services 2 weeks ago. Он был на последний раз на служении 2 недели назад. He left the service and died a tragic death. Ушел со служения и погиб трагической смертью. We don't even know what happened to him. А мы даже не знаем, как это все произошло. Like he had pretty good health. Похоже, что было полное здоровье. He was ready to finish the university. Он был готов закончить курс университета. That quick. Но вот так быстро, раз и нету. His life is gone. Его жизнь ушла.
Brothers and sisters, life is like a vapor. It's here for a little while. Жизнь, она как пар, является на малое время и потом исчезает. In America, в Америке, the grocery stores are empty. Продовольственные магазины пустуют, малологи там нету. No food. Нету продуктов. People are having to look to God. А людям нужно искать Бога. You say, well, that's bad. И вы скажете, это плохо. Oh, yeah, it's bad. Да, плохо. But you know something? Но знаете нечто? When you reject God, когда вы отвергаете Бога, you take this book and you throw it out the window. И кидаете эту книгу через форточку на улицу. And you abort millions of babies every year. И вы абортируете миллионы детей за год. The judgment of God comes on a person. Божий суд приходит на такое место. You don't look to a nation. А мы не смотрим как на нацию. Look to Jesus Christ. Мы должны посмотреть на Иисуса Христа, на то, что говорит Божье Слово. And the message today is get close to the Lord. И это наша тема. Приближайтесь ближе к Господу. I'm not saying God's against Americans or against Moldovans or Russians. Я не говорю, что Бог против американцев или молдаван или другой какой-то нации. God's against sin. Но Бог против греха в любой нации. God gives us opportunities to make decisions in our life. И Бог дает нам еще возможность сделать это решение в нашей жизни, а за ним последовать. So, you know, it's coming up on Christmas coming up. И приближается праздник Рождества вскоре. And you know what? It's about being a blessing to other people. И мы, когда приближаемся к Рождеству, мы хотим быть благословением для других людей. I got here the day before yesterday. Я в четверг прилетел. And all I've seen in people's faces is just sadness and. Все, что я вижу в людских лицах, это а лимон съели. But guess what? Но отгадайте что? If you're saved, если вы спасенный человек, you got a hope of salvation in you. Если есть надежда спасения внутри вас, there's something this world knows nothing about. Об этом мир ничего не знает абсолютно. So I want to, first of all, thank you. Я хотел бы поблагодарить всех вас. Thank you for being faithful here. За то, что вы продолжали с верностью приходить. Thank you for just always being here. И я очень-очень благодарен всем тем, которые постоянные прихожане. Whenever you feel bad, даже иногда вы чувствуете плохо, whenever you feel depressed, на улице, или депрессия, или you need to be in church. Приходите в церковь, настроение поднимется. Come here, приходя сюда, and hear a message, слушая проповедь, be around people that are real, быть с реальными людьми в общении, sing like they mean it. Пение, которые имеют высокое значение в настоящем. And so, keep praying one for another. А я попросил бы вас молиться друг за друга. And I want to say, if you haven't been saved yet, и я хотел бы спросить, если вы еще не были спасены до сих пор. Some of you have been coming here about 8 years. Некоторые уже 8 лет, может быть, насчитывают. Some of you have been coming here 4 years, 3 years. Некоторые 4 года, или 3 года, или 1 год, неважно. And if you've never made a decision, но если вы не сделали вашего решения, to trust Jesus Christ, довериться Иисусу Христу как Господу и Спасителю, don't wait. Не ждите. The hope of Moldova is Jesus. Надежда Молдовы находится в Иисусе. And you say, who do I vote for coming up? Вы, наверное, спрашиваете, а за кого голосовать? I don't know. Я не буду вам советчиком в этом вопросе. But I think you need to vote for the Lord. Но я вижу, что вам необходим Господь больше всех других. And so we appreciate. I appreciate you asking about my mom. She's doing really good. Я очень признателен за вашу заботу о моей маме. У нее все благополучно. And she's a blessing. She's 79 years old. Ей 79 лет. Она по-прежнему желает быть благословением. And then my wife's mother's 88. Моей супруге, маме 88 лет. Вот недавно был день рождения. She's still alive. Она по-прежнему жива. So it's a blessing. We appreciate. Мы очень вам признательны за ваши молитвы о них. Is there anybody in the hospital that we need to know about? А может быть есть кто-то, кто находится в больнице, о чем мы еще не знаем? Anybody? Кто-то? Know of anybody? Знаете вы кто-то, кто лежит в больнице? Well, that's good. Слава Богу. A book for you tonight. А сегодня мы привезли вам новую книжку.
It's about the Holy Spirit here. Эта книга про Святого Духа, что Он является утешителем. This will be a blessing to you about any kind of questions you have about the Holy Spirit. Когда у вас какие-то беспокойства, утешитель, Он убирает все ваши переживания. And I want to encourage you, keep spreading the literature out. И я хотел бы ободрить вас, продолжать распространять литературу тем людям, которые не знают Духа Святого как утешителя. We are going to have another bookshelf here. А мы хотели бы от того столба до того столба вытянуть другую полку. And there'll be a full of books there by next year. Которая также наполнится со временем книжками. You know why? Because people need the Word of God. They need the truth. А потому что людям необходимо Божье слово. Они нуждаются в истине. All right, let's go to the Lord in prayer tonight. Давайте мы останем для молитвы вначале. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за каждого из тех, которые находятся здесь. Благодарим за брата Пола, за то, что Ты благословил его по пути, благополучием. И мы можем видеться и снова радоваться общению с ним и общению с Тобой. Благослови каждого из нас вниманием, сосредоточенностью, желанием быть похожими на Тебя. Изменить неправильные черты, к которым мы привыкли, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Молимся Тебе за тех, которые отсутствуют по болезни или по работе. А благослови их возможностью взять книжку через соседа или через близкого. А помоги также, чтобы они могли прочитать ее и иметь Тебя как утешителя, который силен убрать любое горе, любую скорбь или тяжесть души, которую этот мир или сатана, или плоть наша навязывает нам, чтобы нас уничтожить и разрушить. Благослови это время, благослови решение за это время, которое каждый из нас сделает, прослушав проповедь, для того, чтобы ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. А я знаю, что очень трудно принимать решения. Everything doesn't always come easy, brother. Не всегда все приходится легко. It's always easy when you look back on something and say, oh yeah, that was the right thing I did. А легко посмотреть назад и сказать, о, это я правильно сделал, это well, удалось. Well, if I'd done this, it'd have been different, I think. А если бы я вот так сделал, было бы все по-другому. There'll be times in your life where it'll be more difficult because of decisions you face may have two choices. И будут другие ситуации, которые будут более трудные, потому что то, что вы должны сделать, имеет два выбора. I don't know if you've ever had a choice where you had two choices and neither choice was any good. И я не знаю, стояли перед вам вот эти два выбора, которые и это было опасно, и это было опасно. But you had to make a choice. Но нужно было между этими двумя злами выбрать меньшее зло. Well, how do you make a decision when it's difficult to make a decision? И вы спросите, как же сделать решение, когда очень трудно принять решение. I want to give you some guidelines for making decisions in your life. И я сегодня хотел бы дать такое руководство или инструкцию, как принимать решения в нашей жизни. Especially when you don't have any peace about it. А в особенности, когда сердце неспокойно. Now, when you read this particular scripture at face value here. И тогда, когда будем читать эту 12 главу, описывающие эти ценности. Sometimes you get the wrong image when you read it the first time. Иногда мы получаем неправильное представление, читая ее в первый раз. You get the idea that there's young men against old men here. Мы находим здесь человека в возрасте и молодого человека. Or you get the idea there's certain people that have wisdom and there's other people that don't have wisdom. Или мы считаем, вот эти люди, они обладают мудростью, а вот эти не обладают мудростью. But I want you to know tonight, wisdom doesn't always come with your age. Но я хотел бы, чтобы вы знали, что мудрость не всегда приходит с годами или с возрастом. Because some people just don't learn.
А многие люди, они, может быть, и имеют седые головы, но они не выучили этого урока. Because you can be old and have the Lord teach you some things. Вы можете быть в возрасте и позволять Господу себя научить чему-то. But if you don't learn from it, it don't do you any good. Но если вы не усвоите этот урок, он повторится, и он вам ничем не поможет. And really, this is a story that when you go from youth to older years, we're to finish well in what we're supposed to be doing, I think. И мы думаем, что вот я с молодого возраста уже дожил до 70-80, и а со мной должно быть все хорошо. So let's read these verses here. Ну, давайте мы прочитаем эти стихи. In verse 1, начнем с первого стиха. Rehoboam went to Shechem, for all Israel come to Shechem to make him king. Страничка 387. И пошел Рехавоам в Шехем, ибо весь Израиль пришел в Шехем, чтобы сделать его царем. Now we know who Rehoboam is. It's his father was Solomon. Мы знаем, что Рехавоам является сыном Соломона. And Solomon here has just died. He's no longer with him. Соломон только что умер. Больше он царем быть не может. And they're coming to Shechem to make Rehoboam his son king. И люди собираются в Шехем для того, чтобы его сына поставить на место отца царем. Verse 2. And it came to pass when Jeroboam, the son of Nebat, who was yet in Egypt, heard of it, for he was fled from the presence of the king of Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt. И было, когда Иеровоам, сын Навата, который был еще в Египте, услышал о том, ибо он убежал от присутствия царя Соломона, Иеровоам жил в Египте. So you got two people here. Мы видим здесь двух людей. Rehoboam, the son of Solomon, and you got Jeroboam, the servant of Solomon. Rehoboam, который сын Соломона, и Иеровоам, который слуга Соломона. Jeroboam has fled and Israel and went down to Egypt. Been down there 9 years. Иеровоам убежал из Израиля и находится в Египте 9 лет. So let's read verses 3 to 19 and we'll get the gist of the story. И мы прочитаем теперь с 3 по 19 стихи, чтобы узнать, что же в этой истории содержится. Что послали, позвали его, Иеровоам, и все собрание Израиля пришли и сказали Рехавоаму, говоря, «Отец твой сделал наше ярмо тяжким, ты же сделай тяжкое служение отца твоего и тяжкое ярмо его, которое он наложил на нас, легче, и мы будем служить тебе». И сказал он им, «Удалитесь еще на 3 дня, затем придите опять ко мне». И народ удалился. И советовался царь Рехавоам со старцами, которые стояли перед Соломоном, отцом его, когда он еще жил, и говорил, «Как посоветуете вы ответить этому народу?» И сказали они ему, говоря, «Если ты сегодня будешь слугой народу этому, и услужишь им, и ответишь им, и скажешь им добрые слова, то они будут всегда твоими слугами». Но он оставил совет старцев, которые они дали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые стояли перед ним, и сказал им, «Какой совет вы дадите, чтобы нам ответить народу этому, который говорил мне, сказав, сделай ярмо, которое наложил на нас отец твой легче?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, сказал, так скажешь народу этому, который говорил тебе, сказав, отец твой сделал ярмо наше тяжелым, но ты сделай его легче нам. Так скажешь им, мой мизинец будет толще чрез отца моего. И теперь, несмотря на то, что отец мой обременял вас тяжелыми ярмом, я додам к ярму вашему. Отец мой наказывал вас кнутами, но я буду наказывать вас скорпионами. И пришел Иеровоам и весь народ к Рехавоаму на 3-й день и назначил царь, сказав, придите опять ко мне на 3-й день. И ответил царь народу грубо и оставил совет старцев, который они дали ему. И говорил им по совету молодых людей, сказав, отец мой делал тяжелым ярмо ваше, а я добавлю к ярму вашему. Отец мой также наказывал вас кнутами, но я буду наказывать вас скорпионами. Посему
царь не внял народу, ибо дело его было от Господа. Потому что исполнилось слово его, которое сказал Господь через Ахаю Шилонита, Иеровоаму сыну Навата. Так что, когда весь Израиль увидел, что царь не внял им, народ ответил царю, сказал, какую часть мы имеем в Давиде? И наследие мы не имеем в сыне Иисея, по шатрам своим. О, Израиль, теперь смотри за своим собственным домом, Давид. Так Израиль удалился к шатрам своим. На что до детей Израиля, которые жили в городах Иуды, Рехавам царствовал над ними. Тогда послал царь Рехавам Адорама, который был над Данью, и весь Израиль побил его камнями, так что он умер. Потому царь Иоам поспешил забраться на колесницу свою, чтобы убежать в Иерусалим. Так Израиль взбунтовался против дома Давида до сего дня. Solomon is about to die here. А Соломон уже умер. Solomon was a great man of wisdom. Он был великим, мудрым человеком. Solomon was the man that built the temple. Он был человеком, который построил храм. The Solomon was a man that done mighty deeds for the Lord. И Соломон сделал много великих дел для Господа. But unfortunately, we don't hear the second or last part of Solomon's life. Но мы не слышим о последней части жизни Соломона. He loves many strange women. Он много чужих жен полюбил. And even though he was devoted to God, и даже если в молодости он был посвящен Богу, he built the temple and he did many things for the Lord, a lot of things. Сделал много вещей для Господа, построив храм. He turned to these strange women for help. Он повернулся к этим женщинам, чтобы они ему помогли. When you see the word strange women in the Bible, it's talking about women that follow idols. They worship idols. И когда вы видите эти чужие женщины, это женщины, которые поклонялись каким-то идолам. So he turned to these women who brought idols to Israel to corrupt the people. Потому они повернулись к этим идолам для того, чтобы народ был испорченным. Through these strange women, they turned his heart away from God. И благодаря этим идолам их сердца отвернулись от Господа. We like to hear about the spiritual successes of people sometimes. Нам нравится слышать о духовных победах различных людей. But the truth of the matter is, it's not how you start, it's how you finish. Но истина состоит в том, не то, как ты начинаешь свое движение, а чем заканчиваешь его. He turned his heart away from God. Он отвернулся своим сердцем от Бога. He stopped listening to the Lord. Он перестал слушаться Господа. And that's what the devil wants from all of us. He wants you to stop listening to the Lord. He wants you to stop reading your Bible. And he wants you to follow the world. И это то, чего желает дьявол, чтобы вы перестали слушать Библию, перестали слушать Господа и стали слушаться этого мира. But Solomon has a son named Rehoboam. Теперь у Соломона есть сын по имени Рехавам. And Solomon is convinced that Rehoboam is supposed to take over the kingdom. И Соломон уверен, что Рехавам, он должен взять на себя ответственность за царство. But there's been a prophecy that come to Solomon from the Lord. Но есть пророчество, которое от Господа к Соломону. And brother, when Jeroboam is out in the field, the prophecy was given to him also. И тогда, когда Рехавам находится на поле, а ему также доносит это пророчество. He's out in the field, he's got a new garment. Он на поле находится, на нем новая одежда. And that there's a messenger that comes to bring him a message. И приходит к нему вестник, чтобы поделиться вестью от Бога. This man's named the prophet Ahijah. И это пророк Ахая. And Ahijah says, while he's got his new garment, he takes the garment, he shreds it in half. He said, God's going to divide the kingdom. И вот этот Ахая, он берет эту одежду и махает ее, говорит, Бог разделит твое царство. So he cut his garment into 12 pieces. Потому эту одежду разрезали на 12 частей. And he divides 10 pieces up to Rehoboam and 2 pieces up to Jeroboam. И две части дает Рехавааму, а 10 частей Иеровоаму. Look what happens when Solomon gets the news. И посмотрите, что происходит тогда, когда Соломон услышит об этой новости. Look back at 1 Kings 11. Мы перевернем в 11 главу первой книги Царств. And verse 40, please. Стих 40.
Поэтому Соломон искал убить Иеровоама. И встал Иеровоам и убежал в Египет к Шишаку, царю Египта, и был в Египте до смерти Соломона. So Solomon gets the news and he seeks to kill Jeroboam here. Тогда, когда Соломон слышит об этой новости, он желает умертвить Иеровоама. That word has already been given to Solomon, but Solomon, he's going to take the, he's, he gets upset about it, says, I'm going to kill this guy. И это сердит Соломона, и он желает смерти сопернику. And you know what happens? Знаете, что происходит? Those women had turned his heart away from the Lord. Эти женщины, которые отвернули сердце Соломона от Господа, you know what he says? Your kingdom's going to be rent. А тогда они сказали, что твое царство разделится. Your son is not going to receive the entire kingdom. He's going to get two of the tribes, and the rest of the tribes are going to be given to Jeroboam. Что твой сын получит только два колена, а остальные 10 они перейдут во владение другому человеку. Who's Jeroboam? He was a servant to Solomon. Он был слугой Соломона. He was a son of the widow woman that served under Solomon faithfully. He'd been put over the house of Jacob. Он был сын вдовы, которая верно служила Соломону. Вместе с тем он не мог притязать на пост царя. He's going to be. In, he's going to have the two tribes, Manasseh and Ephraim. И у него должны быть только два колена, Манассия и Ефрема. He was in charge of taking over those tribes. А ему было поручено быть ответственным за эти два колена. He's a man that gained great popularity. И это человек, который завоевал большую популярность. And yet Solomon knew that he would be the one that would take that. И Соломон знал, что он будет тот, который будет претендовать на этот пост. So Solomon seeks to kill him, so he doesn't get the chance to do it. Потому Соломон хочет его убить для того, чтобы у него не было шанса руководить Израилем. But we know in the end Solomon dies. Но мы знаем, что Соломон умирает. And Jeroboam has been down in Egypt for 9 years. И Иеровоам, он скрывался в Египте на протяжении 9 лет. He doesn't come back till he hears that Solomon's dead. И он не возвращается до тех пор, пока не убеждается, что Соломон мертв. He knew when the king was dead, he was going to be no threat to him, he could come back safely. Теперь для него нет угрозы, он в безопасности может вернуться обратно. So Rehoboam receives the kingdom. А потому Рехабам должен стать следующим наследником. You read where Rehoboam was one of the worst kings in all of Israel. И мы узнаем, что Рехабам стал худшим царем во всем царстве Израиля. The only king that was worse than Rehoboam was Jeroboam, Solomon's servant. И что было еще худшим, это слуга Соломона, Иеровоам, который руководил остальными коленами Израиля. Если вы читаете 20 царей, меняются один друг за другом. Никто из них не может удержаться за этот пост. Jeroboam's done wrong, Rehoboam's done good, no good. А Рехабам неправильно поступал, Иеровоам неправильно поступал. His mother was from Amad, she was terrible. Его мать была из поколения, которое было очень жестоким. She worshipped false idols. He worshipped false idols. Она поклонялась ложным идолам. Соответственно, его научила поклоняться ложным идолам. He took the worst from his mother and discarded what all of his father Solomon had taught. И он взял все плохое от матери, а все положительное от Соломона, а не желал взять. He took these pagan things into his heart. И все эти языческие обычаи он близко применял к сердцу. God said, do what you want to do. I've taken my hands off of it. И Бог говорит, я забираю свои руки, делай все, что хочешь. And we know he was more wicked than ever. И мы знаем, что он был очень нечестивым, в конце концов. And we know when it comes to them crowning them king, we know that he comes back to there to be crowned of king, and God's not pleased with any of it. И тогда, когда доходит дело до коронования царя, Богу это не угодно ни одной из них. So Jeroboam's in Jerusalem. Потому Иеровоам остается в Иерусалиме. Rehoboam is the king in Jerusalem. Иеровоам, а также является наследником Иерусалима. They come and ask him a question. И они приходят и задают ему вопрос. You know what? I want you to hear something real quick here. И я хотел бы, чтобы вы услышали это.
Solomon built things so much quicker than everybody else. Соломон строил вещи намного быстрее, чем все остальные цари могли это сделать. It takes so much to run all that. И нужно было много энергии вложить, чтобы всем этим руководить. So the people come to him. Потому люди приходили к нему за советом. They said, "Hey, you got to take some of these taxes away from us. These taxes are burdening us down. They're a big yoke. The yoke is very grievous because of the taxes." И люди были очень отягчены налогами. Они приходили и просили облегчения, чтобы понижены были налоги. We don't want to pay all these heavy taxes. И им было не в моготу платить эти высокие налоги. It's kind of what we're facing here in Moldova. Nobody wants to pay the high gas tax that they put on here. Это то, как и наступает ситуация в Молдове. Никто не желает платить вот эти газовые квитанции по высоким ценам. So when it talks about the grievous yoke, it's talking about the taxes that are being placed on the people to pay for things. Когда говорится о тяжелом ярме, это те высокие налоги, которые тяготили людей. It's more than they wanted to pay. Это намного больше, чем у них было, чтобы платить. And the people said, "We can't pay this anymore." И люди говорят, у нас больше нет средств, чтобы оплатить эти все налоги. So here's what he says. А вот что он говорит. Give me three days to seek counsel. А позвольте мне иметь три дня для того, чтобы решить, что же делать. So he goes to two groups to seek counsel. Потому он обращается к двум группам, у которых спрашивает совета. It's not the young that's always right, and it's not the old that's always right. Не всегда молодые люди правы, не всегда люди в возрасте. We all do our share of bad decision making, wouldn't you agree? И мы всегда должны быть посреди вот этого принятия решения. But the fact is, he comes back and he listened to what he wanted to hear. Но он приходит и слышит их ответ или их пожелание. And he says, "I'm going to make the load heavier on you." И он предупредил их, я хочу сделать ваше ярмо еще тяжелее. I'm going to tax you, I'm going to make this grievous on you. Я буду повышать налоги, и это будет вам не в моготу. You're going to pay more taxes, you're going to work harder. Вы будете платить больше налогов и будете работать еще тяжелее. You're going to pay for this. Это все бремя будет на вас. Long story short. Чтобы сделать длинную историю короче. They come together. Они собираются вместе. And they pick Jeroboam and they say to Jeroboam, the 10 tribes of Israel, "Will you go? We kind of like you." И они подходят к Иеровоаму и спрашивают, помоги нам в этой ситуации. We like you. And I thought about that as we're reading this story. И я думал об этом тогда, когда читал эту историю. Isn't it something? This is a man they knew nothing about. Об этом человеке они очень мало знают. They need a decision. Им необходимо принять решение. They need somebody to help them. Им нужно, чтобы кто-то их вытянул из этого болота без нерешимости. They're asking this man to help him, and they don't even know where he's been the last 9 years. Они просят этого человека, чтобы он им помог, но они ничего не знают, где находился он 9 лет до этого. They need a king, and 10 of them are about to leave. Им нужен царь, и 10 колен хотят уйти с этого собрания, оставшись без решения. It's kind of like a church split. Это как разделение в церкви. That's got to make a decision over the pastor, or they can't make a decision at all. Или решение принимает пастор, или решение не будет принято вообще. Somebody has to be the king. Но кто-то должен быть царем. So think about this. Поэтому подумайте об этом. This man Jeroboam been gone 9 years. Этот человек Иеровоам, он отсутствовал 9 лет в Израиле. They don't even know what he's been doing down in Egypt. Они не знают, чем занимался он в Египте. You know, I'm always amazed. Знаете, а что меня удивляет? Here in Moldova. Даже здесь в Молдове. Where are these leaders at? Откуда появился этот лидер? Вот сейчас их целая куча на этих билбордах. Where are they? Кто они такие? Are they living here? Они живут в Молдове? Why would you vote for somebody that don't even live here? А чё голосовать за того, который даже здесь не живёт где-то? That's what the people are doing right here. Это то, что люди делают и в этом отрицают. They're voting for Jeroboam, who hadn't been there in Israel for 9 years,
and they're asking him to help them make a decision. Они голосуют за Иеровоама, который 9 лет скрывался в Египте, и просят его принять решение. And now Jeroboam has come back to Israel, and they know nothing about what he's been doing. И теперь он появился в Израиле, но они ничего не знают о его занятиях до этого. Has his philosophy changed? Изменилась ли его философия? Has his worship changed? Его поклонение, кому он поклоняется? Has Jeroboam stayed true to God? Являются ли тесными взаимоотношения Иеровоама с Богом? All they knew is that they needed somebody. Все, что они знают, им нужно занять это положение кем-то. Look what the Holy Spirit brings out here. Посмотрите, о чем повествует нам Дух Святой в этой истории. Look at 1 Kings 11. В первую книгу Царей, 11 главу. And look at verse 28. 28 стих. Here's what we know about Jeroboam. Посмотрите, что мы узнаем здесь про Иеровоама. И этот человек Иеровоам был могучий человек доблести, и Соломон, видя его молодого человека, что он был трудолюбив, сделал его смотрителем над всеми делами дома Иосифа. They said, we know what Jeroboam's done in our past. Они знали о прошлом Иеровоама. We know he's industrious, he's an organizer. Мы знаем, что он хороший организатор, что он может что-то произвести. He knows how to build things, he works well with his mind. Он трудолюбив, хороший, ум у него. We know he's a man of valor. И он могучий человек. We know he's a man of war. И он воинственный человек. We know he's the kind of man that we need. Он тот человек, который нам очень необходим. Can I say something to you? Могу ли я вам сказать нечто? Look up here. Посмотрите сюда. Roman, Rehoboam and Jeroboam are rotten to the core. Как Роваам, так и Иеровоам. Они испорчены до середины. They're wicked. Они нечестивые люди. They are ungodly people. Они безбожные люди. They are wicked to the core. They're liars. Они they're cheaters. Они испорчены до корня и обманщики. There's nothing good said in the Word of God about Jeroboam. Ничего положительного не говорится ни о Иероваме, ни о Роваме. They both were ungodly men. Оба они безбожники. They're rotten. И испорченные. But the decision they've made. Но решение необходимо принимать. They're going to go through 20 kings in Israel after Solomon being such a good king. There wasn't a good king out of 20 kings in the 1 Kings and 2 Kings as you read it. И если вы будете читать первую книгу царей и вторую книгу царей, вы найдете 20 разных имен. Ни одного положительного, который мог бы сравниться с Соломоном. When Assyria came into the land and rolled through the land, there wasn't any king that did what Solomon did. Когда ассирийцы пришли на эту землю, чтобы овладеть ею, ни один из царей не сделал того, что сделал Соломон. As I begin to read that, а когда я читаю об этом всем, I begin to ask myself this question. Я задаю себе следующий вопрос. And that's what you need to do when you read the Bible. Ask God yourself, what is this? Why is this happening here? Когда вы читаете Библию, спросите себя, почему это все происходит здесь? I want to present to you tonight. И я хотел бы это вам представить этим вечером. I want you to understand it wasn't the fact that they had a great choice to make here. И для них не было выбора, как сделать хороший выбор. The people were going to have to make the choose the lesser of two evils here. И люди должны из двух зол выбрать меньшее зло. You say, well, it had to be that way because God prophesied that way. Вы скажете, ну, это так произошло, потому что Бог об этом пророчил. God said it would go to the servant Jeroboam. И Бог сказал, что вы будете служить слуге Иеровоаму. But put yourself in the people's shoes that day. Но обуйтесь в сандали тех людей того дня. You have to make a decision. Где нужно принять решение. It's no different than anything else that you'll face in your life. И это не отличается от тех решений, которые мы сталкиваемся в нашей жизни. You've got a decision to make. Вам необходимо принять решение. Sometimes both decisions don't look good.
Иногда оба решения одинаково опасны. Let me illustrate. Я хотел бы проиллюстрировать. Let's say you go to the doctor down the street here. Допустим, вы пошли к какому-то доктору жирному и толстому. And he tells you, you have cancer. И он вам скажет, что у вас рак. And they say, if you don't treat it, you're gonna die. И он вам говорит вот такой список лекарств, или ты умрешь. Well, you say, well, if I do treat it, what's going to happen to me because of the treatment? Если я пойду на лечение, а что же произойдет со мной в результате лечения? And the doctor tells you the medicine you're going to take, you're going to wish you're dead. И доктор вам сказал, что те лекарства, которые вы будете принимать, они такие горькие, что вам хотелось бы лучше умереть, чем принимать такие горькие лекарства. Then you're going to die. И тогда, когда ваш кошелек опустеет, тогда вы умрете. How do you make a decision like that? Как вам сделать теперь решение между двух зол? Everybody wants the quality of life, don't we? Каждый хочет жить комфортабельной жизнью, разве не так? How do you make a decision like that? Как же принять решение в этой ситуации? So these people got to make a decision. They're in the middle of this decision, and they've got to make a decision for the Lord. Эти люди также стоят перед решением, которое им необходимо сделать для того, чтобы выбрать меньшее зло из ситуации. Whenever I make a decision, когда я принимаю решение, whenever you make a decision, когда вы принимаете решение, there's some questions you need to ask yourself in making that decision. Есть серия вопросов, которые вам нужно задать, прежде чем принять решение. What do you do? Что же делать? When you have a decision to make and neither one looks good. Когда предстоит сделать решение и выбора нет ни одного положительного. The first question is. Первый вопрос. Did you pray about it? Молились ли вы о предстоящем решении? If you've got to make a decision, did you really pray about that decision? Когда вы принимаете решение, помолились ли вы об предстоящем решении? The reason I bring this up tonight, it's a prime example. И причина, по которой я привожу вас к этому примеру, потому что это один из первых примеров. Right here we want to blame Jeroboam. Здесь мы хотели бы обвинить Иеровоама. We want to blame Rehoboam. И мы также виним Иеровоама. We want to blame the young men. We want to blame the old men. Мы можем винить как молодого царя, так и в возрасте царя. You see, you have these men, you're asking these questions. И они приходят к людям и задают им вопросы. You're asking everybody else, but have you asked the Lord? У людей они спрашивают решение, но к Господу не обращаются за решением. Here Rehoboam's asking the old men. Видите, Рехобоам сначала собирает людей возрастом. Rehoboam's asking the young men. А потом собирает своих сверстников. And then the young men are telling Jeroboam. Jeroboam's asking the questions. И они спрашивают Иеровоама, и Иеровоам задает им вопрос. What's the problem here? Вы спросите, в чем же беда здесь? Nobody asked the Lord. Никто не задает вопросы Господу. When you make a decision in your life, you need to ask the Lord. Да, вам предстоит сделать решение в вашей жизни. Обратитесь в молитве к Господу. Oh God, what doctor I go to? Господи, к какому доктору мне обратиться? Is the doctor telling me the truth? Разве говорит этот доктор правду? What's this medicine going to do to me? И что сделает этот медикамент с моей жизнью? Lord, what am I supposed to do about this debt? How do I pay this and I don't pay this? What am I supposed to do? I don't know what to do. Какой долг выплатить вначале? Вот этот или тот? Что же делать вначале, что потом? If I have to pay this debt, man, what am I going to do about this other debt? Where do these people want their money? What am I going to do? И если я заплачу этот долг, тогда эти люди что они будут делать с моими деньгами? Those are questions you need to ask the Lord. И это вопросы, которые вам нужно задать Господу. How do you get an answer? Вы скажете, а как же получить ответ? You keep asking the Lord, and you keep asking the Lord, and you keep praying, and you keep reading your Bible, and you're asking the Lord, and you're asking the Lord. You keep reading the Bible, and God will show you exactly
Do your heart what he wants you to do. Задавая Господу вопросы в каждый день и продолжая читать Библию, вы найдете ответы на ваши вопросы. The people didn't ask the Lord. Люди эти не приходят к Господу. Jeroboam didn't ask the Lord. Rehoboam didn't ask the Lord. Nobody asked the Lord. Иеровоам не спрашивает Господа. Иеровоам не приходит к Господу с вопросом. They were both rotten to the core, and the people believed them. Они оба испорчены до корня, и люди им доверяются. I'm not presenting to you that Jeroboam was a better man than Rehoboam. Я не хотел бы представить вам, что Иеровоам был человек получше, чем Равоам. Both of these men did not pray. Оба эти человека не обращаются в молитве. But I believe if somebody prayed and sought the Lord, maybe God would have changed the whole situation. Но если бы они обратились в молитве к Господу, Бог бы в корне изменил ситуацию. You know what I learned from my Bible? Знаете, что я усвоил из своей Библии? God can change his mind. Бог может изменить их рассудок. God may have planned to do something, but because Christians pray, because people get a hold of God, God can change his mind on something. Если бы люди обратились к Господу, Бог бы поменял их мысли. You remember when Jonah was sent to Nineveh with a message from God, he didn't want to go. Помните вы Иону, который был послан с Божьей вестью в Ниневию, и он не хотел туда идти? What was the message? А в чем была весть? God said, judgment is coming. Judgment is coming. Go preach judgment to Nineveh. Бог сказал, что суд вскоре придет. Иди и проповедуй об этом Ниневе. What happened when God finally got the prophet where he was supposed to be? Что случилось, когда наконец-то пророк дошел туда, где он должен быть? It was a message that he did not want to preach. Это была проповедь, которую он не хотел проповедовать. You know what the Bible says? Знаете, что говорит Библия? All through the land they rent their garments, they prayed, and guess what? God did not destroy Nineveh. А по всей земле проповедовалась эта проповедь из трех слов, и Бог не разрушил Ниневию. You know why? Знаете почему? Because God changed his mind. Потому что Бог изменил мысли этих людей. I'm glad tonight that God can change his mind about some things. И я рад, что Бог силен менять мысли многих людей. God can destroy all of us, but thank God he does change his mind. Бог мог бы всех нас разрушить, но слава Господу, что Он изменил мысли о нас. So if you want to make the right decisions in your life, and you have the lesser of two evils, you've got to pray about that. Потому если перед вами стоит решение с двумя уровнями зла, вам необходимо обратиться к Господу в молитве. I want to ask you a question. Я задам вам вопрос. The decisions you make, did you pray about it? Решение, которое вы приняли, молились ли вы о таком решении? You know what I mean? People tell me, I'm going abroad to work. А люди мне говорят, вот я собрался за границу на работу. Brother Paul, pray for me. А молись за меня, брат Пол. My next question. Мой следующий вопрос. Did you find a church before you got there? Когда ты туда приедешь, ты знаешь, где церковь там находится? Well, no. Не знаю. Well, it ain't God's will for you to go. Тогда это не Божья воля тебе туда отправляться. If you didn't find a fellowship of believers somewhere, you have no business going abroad to work. Если там не будет общения с верующими, нет тебе дела работать за границей. You know what that tells me? You never prayed about it. Это то, о чем мне говорит, что он об этом не молится. You want God to bless your life and your family? You've got to start praying about everything in your life. Хотите, чтобы Бог благословил вашу жизнь, жизнь вашей семьи, вам необходимо начать молиться. Sure, everything's bad in Moldova. Everything's corrupt in Moldova. Yes, everything's so bad. Guess what? You've got to pray, Christian. Да, очень плохо все выглядит в Молдове. Все испорчено, коррупция повсеместна. Вот почему нам необходимо молиться. Are you praying about your decisions? Молитесь ли вы в отношении ваших решений? The second thing I always do when I ask God to give me the right decision. И следующая вещь, которую я делаю тогда, когда я желаю, чтобы Бог дал мне правильное направление. Number two. Номер два. Will it open up doors of the world to overtake us? Take me.
будут ли открыты двери мира для того, чтобы я прошел через них? You say, where did you get that? Вы скажете, а как ты пришел к этому? Jeroboam had been in Egypt 9 years. Иеровоам, он был в Египте 9 лет. You know what Egypt's a type of in the Word of God? It's a type of sin in the world. Египет является прообразом греха и мирских наслаждений. Jeroboam has been down in the world living for sin. А Иеровоам находится в мире, живет греховной жизнью Египта. How did you know it didn't rub off on him? Вы скажете, откуда ты знаешь, что это не прилипло к нему? Did you ask that question before you made the decision you made? А сделали ли вы или задали ли вы этот вопрос, прежде чем вы сделали решение, которое вы сделали? Will it open the door for the world to make you weaker spiritually? Откроет ли это двери мира, чтобы сделать меня духовно слабым? Will this impact me spiritually in some way? Повлияет ли это на меня духовно каким-то негативным образом? Will this make me less of what God wants me to be? Сделает это меня меньше, чем то, что Бог желает, чтобы я был? How will this decision impact my life? Как это решение повлияет на мою жизнь? You know, in some decisions, you got to ask the right questions, man. И в таких решениях вам нужно задавать правильные вопросы. I'm confronted with this constantly here in Moldova the last 25 years. И за 25 лет каждый день мне нужно принимать десятки решений. People will do certain actions. Люди, они с головой уходят во что-то, какое-то дело. No, ask me. I'll tell them, what do you want out of it? What do you want? Я их спрашиваю, ну, к чему ты думал, что придешь? Что ты ожидал? And you know what they want me to do? They want me to tell them what's wrong with it. И они хотят, чтобы я определил, где они ошиблись, почему они оступились, почему не получилось. Show me out a chapter and a verse out of the Bible, how to help me. И они говорят, покажи мне стих в Библии, а как я должен выйти из этой ситуации? You say, well, what's wrong with that? It's a wrong question. I'll tell you that's what's wrong. И а я вам скажу, что если до этого доходит, это уже неправильно. You should be asking me what's right about it. Вы должны не об ошибках спрашивать, а о положительных сторонах спрашивать. Let me ask you a question tonight. Хотел бы я задать вам вопрос. Are you constantly trying to get out of what's wrong? I'm not concerned with getting out what is wrong. I'm concerned about getting out with what's right. Вы всегда озабочены, что неправильное. Меня не столько заботит неправильное. Я хочу знать, сколько правильного есть в вашем решении. What's right about your decision? А что правильного в вашем решении? Is it going God's direction? Чтобы идти в Божье направление. Is it in concordance with the Word of God? Чтобы это в согласии с Божьим Словом было. Something else. Еще нечто. The third thing I always ask myself will hinder worship. И третье, я всегда задаю о себе вопрос. Повлияет ли это на мое поклонение Господу? Well, this decision that I'm making hinder my worship. Решение, которое я сделаю, повлияет ли оно на мое поклонение Господу? They didn't know how much of Egypt was in Jeroboam. Никто не знал, сколько Египта впитал в себя Иеровоам. 12 главе 1 книги царей. Verse 26 and 27. 26 и 27 стихи. Look what the Bible says here, brother. Go ahead. Посмотрите, что говорит Библия. Мы прочитаем это. И сказал Иеровоам в сердце своем: теперь возвратится царство к дому Давида, если народ этот будет восходить, чтобы совершать жертвоприношение в доме Господа в Иерусалиме, то сердце народа этого обратно обратится к господину своему, именно к Иеровоаму, царю Иуды, и убьют они меня, и опять пойдут к Иеровоаму, царю Иуды. You see his motive? Видите его мотив? His motive wasn't to help the people. His motive was to lead people away from God. Его мотивом не было помочь людям, а увести этих людей от Бога. You see why it's important for us to make the right decisions? Вот почему так важно для нас принимать правильные решения. You know what he knows? Знаете, что он знает? If the people start going up and start worshiping God at Jerusalem, they're not going to worship me. Они, эти люди, если они будут по-прежнему ходить в Иерусалим на поклонение,
тогда я остаюсь лишним, и мне поклоняться не будут. They're not going to look at me. Они не будут считать меня за авторитет. See, Jeroboam isn't interested in the people, he's interested in himself. Видите, Иеровоам не заинтересован в пользе для людей. Он свои эгоистичные цели преследует. How many see that? Видите это? Look at verse 28-29 стихи. После чего царь взял совет, сделал двух тельцов из золота и сказал им: «Это слишком много для вас, восходить в Иерусалим. Вот боги твои, о Израиль, которым вы вывели тебя из земли египетской». И он поставил одного в Ефиле, а другого он поставил в Дане. You know, there's a few things that catch my attention when I read that. И несколько вещей, которые привлекают мое внимание, читая эти стихи. First of all, во-первых, he's trying to establish a new place of worship. Он пытается утвердить новое место для поклонения. He wants the people to worship, but leave God out of the worship. Он желает, чтобы люди поклонялись, но Бог, чтобы остался в стороне поклонения. You can't leave God out of the worship. Вы не можете устранить Бога из поклонения. He thinks if they go to Jerusalem, и он думает, если они по-прежнему будут идти в Иерусалим, this thing may really change them. It might really touch these people. Это коснется их сердца, это поменяет их намерения, их цели. And whatever they do, they won't fall in love with me. They'll fall in love with God. И они не будут больше любить меня, они будут влюблены в Бога. Jeroboam wants them to fall in love with him. А Иеровоам желает, чтобы он остался у них любимчиком. You say, well, where did he get the idea of the golden calf? Вы скажете, откуда он взял эту идею золотого тельца? Those were the gods out of Egypt. Это еще придумано в Египте. He brought the gods out of Egypt and he set one in Bethel, down in south of Jerusalem, put one in Dan, so the people would go to Dan and Bethel and he wouldn't go to Jerusalem, so they could worship the true God. Боги Египта выглядели как тельцы, потому он одного ставит с южной стороны царства, другого с северной стороны царства. He wanted to set up false idols. И ставит этих ложных идолов. He didn't want the people worshiping God. Чтобы люди не поклонялись живому Богу. He didn't want the people loving God. Чтобы люди не любили Бога. He wanted the people to follow him. Он желает, чтобы люди оценили его только. He didn't want to submit himself to God. А чтобы они не подчиняли себя Богу. You see his motive? Видите его мотивы? You know what else he was going to do? А знаете, что еще он сделает? He was going to change the feast worship. Он поменяет праздничные дни у них. God had commanded all the young men to come three times a year to Jerusalem to worship God. Бог установил порядок три раза в год, а всем израильтянам приходить в Иерусалим на поклонение Богу. They were to worship on the first month, the third month, and the seventh month. А в первый месяц, в третий месяц и в седьмой месяц. So you know what he does? He comes along and he makes his own feast. And you know which time they worship? They worship on the eighth month. Но он приходит со своим графиком. И теперь никакого седьмого месяца, а восьмой месяц. He makes up his own feast. А он делает свои праздники. You say, why would he do that? И вы скажете, почему он это делает? He was trying to pull them away from God. He was trying to pull them away from true worship. Чтобы отобрать их от Бога и от настоящего поклонения. You say, how does this apply to my life? Вы скажете, как же это применимо к моей жизни? Remember the decision you make if you're not careful. Помните те решения, которые вы будете делать, если вы не будете внимательным. Will it pull you away from true worshiping God? Они отведут ваш взгляд от настоящего поклонения Богу. Many people make decisions in their life because it's easy. Многие принимают решения, выбирая самое легкое, что самое удобное. I'll go somewhere to work. Я поеду куда-то на работу. And I'm not sure if I'm going to get paid. Я не знаю, заплатят они мне там или нет. Because it's easier.
Потому что там легкий труд. When the same money is in Moldova, а когда та же самая зарплата, можно получить. And it might be harder to work in Moldova. Но может быть нужно чуть больше приложить усилия в Молдове. But you have blessings of God on your life because you have the Word of God. You're preaching. Божье благословение в вашей жизни, когда вы слушаете проповедь. Be careful making your decisions to go somewhere because it's easy. Потому будьте внимательны, принимая ваши решения, чтобы пойти там, где полегче. You know what these people wanted? Знаете, что эти люди хотели? They wanted to live in houses, but they didn't want to pay the mortgage on the house. А эти люди хотели жить в домах, но не хотели платить аренду за свои дома. They wanted somebody to give them something for free. Они хотели, чтобы кто-то им предложил это бесплатно. They wanted to do less work and get more. Они хотели меньше работать, но больше получать. They wanted it the easy way. И думали, как это облегчить. Can I say something to you? Могу ли я вам сказать нечто? You've got to be willing to pay the price, brother. Необходимо желать платить. And if you're not careful, you'll be just like these men in this scripture. И если вы не будете внимательны, вы будете такие же люди, как описаны в этом отрывке. I was reading a beautiful story. Я читал одну прекрасную историю. It's about a wealthy, very rich man in England. Об одном богатом очень человеке из Англии. And he accumulated all this wealth and he became a Christian. Который собрал все это богатство, а потом стал христианином. And he knew he was going to get to the end of his life. И он знал, что приближается конец его жизни. And he called all the workers that worked so faithfully with him and called him to his home. И он собрал всех этих верных своих работников в свой дом. He says, I have an offer for each one of you. И он сказал, у меня есть предложение для каждого из вас. He says, I have a choice for you guys to make this choice. Чтобы каждый мог из вас сделать выбор. He says, I'll give you a 20-pound note, which is worth about $20,000. Я вам дам 20-паундный или на 20 тысяч долларов он стоит, допустим. And I'll give you this tattered, or I'll give you this tattered Bible. Или вот эту вот Библию, что вы выберете? And everybody said, well, you say that now. Это вы говорите, но не спешите. If somebody gives you $20,000, lays it on the table, lays a Bible right next to you, what are you going to do? Но если будет лежать 20 тысяч долларов рядом Библия, тогда я посмотрю. He says, listen, you can choose the 20-pound note, or you can choose the Bible. И он спросил их, вот вы выбираете 20 тысяч или Библию. He started asking the cook. И первый отвечал повариха. You've cooked for me my whole for 10 or 15 years. Ты уже 15 лет не варишь еду. He says, you know, I can read that pretty good, but the Bible's pretty hard to understand. I've never really had any money in my life. I'll take the $20,000. И она сказала, ну, не было у меня никогда таких больших денег, для меня трудно читать. Я возьму эту коробку с 20 тысячами. The gardener said, охранник. My wife is very sick, and I need the $20,000 to pay for all of her medical bills. А сказал, что у меня больная супруга, и все эти медицинские расходы стоят дорого. Я также возьму коробку с деньгами. And the butler said. А потом виночерпий. He says, you know, dear sir, he says, I have never owned a new dress. Он говорит, знаешь, господин, у меня никогда не было новой одежды. I'll take the 20-pound note, and you can have the Bible. А я также возьму коробку с деньгами, а Библия пускай там полежит. And he went down with each one of his workers. И с каждым вот так and they all took the 20-pound note. И все выбирали коробку с деньгами. But he got to the very last person. И дошло до последнего работника. And there was a young little boy there. Это был небольшой мальчик. And his mother was faithful to work for this rich man all of her life, and she died. А которая была верна в работе этому господину, после чего она умерла. And this rich man had taken this boy in and took care of him most of his life. И этот богатый человек, он заботился о части жизни этого молодого человека, который остался без мамы. His father was dead, his mother was dead. Отец был мертв, мать умерла. This little boy didn't have a lot of education. И у мальчика не было хорошего образования. He didn't have a lot of opportunity.
А также не было больших возможностей. He didn't really have a future ahead of him. Не было никакого будущего у него. But this rich man used this little boy to go ahead and do errands for him and go take the garbage out and just do little things for him, and he paid him a little salary just so he could get by. И он просил его вот вынести мусор, вот там мелкие какие-то работы, и платил ему небольшое содержание. And he looked at the young man, he said, what do you want? You want the 20-pound note, or you want the Bible, the tattered Bible there? И он также предложил этому мальчику, что ты выбираешь, коробку с деньгами или Библию? And he started to stare at the 20-pound note, and he said, you know, I've never had the $20,000 in my whole entire life. И можно было видеть, как загорелись глаза мальчика, который устремил на коробку с деньгами, который думал, о, никогда у меня таких денег не было. And he said, wait a minute. И он остановился. When I looked at the Bible, посмотрел на Библию. He says, my mind goes back to my childhood. My mom had an old, worn Bible just like that. И он вспомнил ту Библию, которая была у его мамы, но страницы были такие потертые. He said, "I remember mom reading that every morning, every evening." Я вспоминаю, как мама мне читала из Библии каждый вечер. And she would just cry over the Bible at night. И она плакала, читая эти строчки из Библии. And he says, "Sir, if that Bible has the power to make my mother the best mother in the world." He said, I'll choose the Bible over the 20,000 pound note. Если эта Библия сделала мою мать такой доброй, я выбираю Библию вместо той пачки денег. And that little boy picked up that tattered Bible and he brought it to himself. И этот мальчик, он взял осторожно эту Библию и прижал ее к себе. And a gold coin fell out of that Bible. И золотая монета выпала из Библии. And the rich man said, everything that's inside the Bible is yours also. И этот богатый человек сказал, все, что есть в этой Библии, также принадлежит тебе. He said, you may want to look through the pages of that Bible. Перелистай страницы этой книги. And he began to turn. И когда он стал листать, the pages of the Bible. А страницы из Библии. All of a sudden, a 20-pound note fell out of the Bible. А там 20-долларовая купюра выпала. He turned another page. Он перевернул другую страницу. And a 10-pound note fell out of the Bible. Там другая купюра была. And he turned another page. И снова перевернул. And another 20-pound note fell out of the Bible. И там была еще купюра. And he turned another page. И новая. Another 5-pound note fell out of the Bible. И там другая купюра была. All that stuff fell out of that Bible, which nobody else wanted, but God gave it to the little boy. И все вот эти деньги, они были переложены между страницами Библии, которую никто не хотел взять, и это досталось этому мальчику. And the little boy, with tears coming down his face, he said, "I don't understand." И тогда слезы потекли с глаз мальчика, который говорил, я это не пойму. And the rich man said, all the treasures that you need are in the Bible. И этот богатый человек сказал, все те сокровища, которые тебе необходимы, они кроются в этой Библии. Can I say tonight, when you make tough decisions in your life, all the treasures and all the gold and all the money is written inside the Word of God. Тогда, когда вам предстоит сделать важное решение, а все необходимые деньги или мудрость, они кроются на страницах этой книги. All you need is in the Word of God. Will you take it tonight? Все, что вам необходимо, а это находится здесь этим вечером. Look to the pages of the Bible for your decision. Рассмотрите их на страницах Библии, чтобы принимать правильные решения. I love you. Я люблю вас. I want you to know this. И я хотел бы, чтобы вы об этом знали. And I want you to know with everything going around the world, the world's liars and cheaters and stealers and people wanting to ruin your life, but this book will never ruin you. Я хотел бы, чтобы вы знали, что в мире полно обманщиков, всяких хулиганов, которые хотят разрушить вашу жизнь. Но эта книга никогда не повредит вашему здоровью. I've been saved for 35 years, and this Bible has never left me astray, or never left me in the dust. It's always put me on the right path. И я уже спасен 35 лет. Эта книга никогда не повредит.
будила меня идти в неправильное направление, никогда не оставляла меня в пыли. Она всегда остается верной. If you're here tonight and don't know Jesus, come right now and get saved. И если вы сегодня здесь не знакомы с Иисусом, придите, чтобы быть спасенными. Don't leave this place and die a death and never know where you're going to spend eternity when you can get the truth of the Word of God right now. Приходя сюда, познакомьтесь с этой истиной, а чтобы не стало навечно поздно. Money won't help you. Деньги вам не помогут. Fame won't help you. А слава вам не поможет. The only thing that will help you is God and the Lord Jesus Christ. Единственный, который вам поможет, это Бог Иисус Христос. Jesus died on the cross for your sins that you might have life through His name. Иисус умер на кресте, чтобы вы могли иметь жизнь а имя Его. Let's stand for prayer. И мы встанем для молитвы. All heads bowed, eyes closed. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты. You're here tonight and don't know Jesus. Если вы находясь здесь еще не знакомы с Иисусом. We're going to pray tonight. Это будет время, когда мы будем молиться. You're here tonight and you have to make decisions. И вам необходимо принять ваше решение. Did you pray about it? Молились ли вы об этом решении? You seek the Lord? Искали вы Божьего лица? Is this going to take you to the world and help you out in your spiritual life and make это you grow in the grace of God? Поведет вас в мир или поможет вам поклоняться благодаря Божьей благодати? Will your decision affect your worship? Повлияет ли ваше решение на ваше поклонение? If it is, если да, please repent, Christian. Раскайтесь, христиане. Ask God to lead and guide you through the treasures of the Word of God. И просите, чтобы Бог провел вас и показал вам все сокровища Божьего слова. We'll have a word of prayer. Это будет время для молитвы. Brother Andre, you pray for sir. Мы попросим брата Андрея совершить молитву. Biserica din seara aceasta, Doamne, mă rog ca oamenii să ia mintea aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să fie sădit în inima noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru întoarcerea pastorului nostru, Doamne, și ajută-ne ca să fim în orice zi atenți cu viața noastră. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvânteze în continuare serviciul nostru, cântarea care va fi și în toată gloria să fie Ta, toată slava să fie Ta, nimic nouă, nimic oamenilor, ci totul să-ți dăm Ție, Doamne, pentru că Tu ești acela care merită, în numele Lui Iisus. Amen. Amen. You be seated. Займите ваши места, пожалуйста. Think about a decision now. 129 номер, тогда, когда мы будем размышлять над решением, а мы споем вера. А, брат, веди на Иисуса. 129 номер. 129 номер. Душа, ты молись о мне, молитвы смирён нас звони. Иисус, ты найдёшь ослепление и новую радость и жизнь. Прогляди на Иисуса, но вечный стоит я всегда, и темнее скорби на сердце, прогляди на Иисуса, Он выше славнее всего, и земные скорби рассеются, и на свете сияния Его. Он сдержит свое обещание, всем сердцем не будет доверять, живущим в нужде и страдать. Bow our heads right now. Теперь мы склоним наши головы, пожалуйста. And I believe there's somebody in here. Я верю, что и сегодня вечером есть кто-либо и здесь. You need to make a decision for Jesus. Которым необходимо принять решение для Иисуса. You don't know when you're going to die. Вы не знаете, когда вам предстоит умереть. You say, well, I took the vaccine. Вы скажете, ну, я уже вакцинирован. More people have died because of the vaccine. Больше людей умирают от вакцины.
You might die tonight. Вы можете и этим вечером, we don't, и эти вечности. We don't want that. Мы не хотели бы этого видеть, но we love you too much for любим that. Вас и хотели бы вам благо. We don't want you to make the wrong decision and go to hell. Но мы не хотели бы, чтобы вы сделали неправильное решение и оказались в аду. I want you to know that Jesus loves you so much. И я хотел бы сказать, что Иисус вас очень любит. You know, when you lose somebody close to you, тогда, когда мы теряем близких к нам людей, it's one of the hardest things that happens to you. Это одно из трудных вещей, что происходит с нами. But if you're saved, но если вы спасенный человек, it's the victory. Поэтому победа. The Bible says, Библия говорит, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? If you were to die right now, если бы вам предстояло теперь бы умереть, where would you go? Где бы вы оказались? If you're not saved, если вы не спасены, and you don't have peace in your heart, you're born again. И нет мира в вашем сердце, и вы не рождены заново. Why don't you come and trust Christ? Почему вам не прийти, чтобы довериться Иисусу? I'm not asking you to join the church. Я не буду просить вас присоединиться к церкви. I'm not asking you to obey some rules and regulations. Я не буду просить вас соблюдать какие-то правила или установки. I'm telling you tonight, Jesus is the only thing that can get you to heaven. Я вам хочу сказать, что Иисус единственный, который может привести вас на небо. You don't get saved because of good works. Мы не принимаем спасение благодаря добрым делам. You don't get saved because you've been baptized and confirmed into a church. Мы не спасены потому что мы крещены или мы принимаем участие в церкви. You're saved by the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross and His shed blood for your salvation. Мы спасаемся благодаря законченному делу Иисуса Христа и пролитой Его крови. If you've never repented of your sins, если вы не раскаялись в ваших грехах, humble yourself, please come. Смиритесь и, пожалуйста, пройдите. Come right now. Не стесняясь сюда вперед. And I will open up the Word of God and show you how to be saved. Я рад открыть вам Библию и показать вам, как быть спасенным. And you never have to worry about going to hell. И вам не нужно волноваться, что вы попадете в ад. I'm giving you an invitation tonight to be saved. Время приглашения, чтобы быть спасенным. Is there anybody here tonight, say, Brother Paul? Есть ли желающие этим вечером, которые скажут, брат Пол, I'm afraid if I would die right now, I would miss heaven. Я в страхе, что если я вдруг умру, я пропущу возможность быть на небе. Repent tonight. Раскайтесь этим вечером. Come right now and get saved. Выйдите сюда вперед, чтобы быть спасенными. Humble yourself. Смирите себя. Anybody like that tonight? Если подобные люди этим вечером. See, Brother Paul, I've made some bad decisions in my life. Которые скажут, я делал плохие решения в своей жизни. I've listened to the wrong people. Я слушался неправильных людей. The whole nation of Israel listened to two wicked, very wicked people. Вся нация Израиля, они выслушали этих двух нечестивых людей. Nobody talked to the Lord. Никто не говорил об этом с Господом. And God has given this as an example to us tonight. И Бог дает это нам в пример этим вечером. That we have an opportunity. Что и у нас есть возможность. Is anybody here that wants to get saved? Есть ли желающие сегодня, которые хотели бы быть спасенными? I want you to know. Я хотел бы, чтобы вы знали. You have heard some tremendous preaching while I've been gone. Вы слыхали много прекрасных проповедей, когда меня здесь не было. And I can tell you right now. Я могу вам сказать прямо теперь. That as the devil is fighting you. Что тогда, когда дьявол вам сопротивляется, the Lord is trying to get through to you what's right. Господь желает показать вам, что есть истина. Let me ask you a question. Я хотел бы задать вам вопрос. Brother Paul, I'm a Christian. I'm saved. Брат Пол, я христианин, я спасенный человек. But I have to make an important decision. Would you pray for me? Но передо мной стоит важное решение, потому я попросил бы вас помолиться обо мне. Anybody, would you stick your hand up? Есть такие люди, которые желали бы поднять ваши руки and put it back down? И потом опустить. I see that.
I see those hands. Вижу ваши руки. We'll go to the Lord in prayer. Это будет время теперь для молитвы. Praying for you. Я буду молиться о вас. Father, we're very grateful for the Holy Spirit. Отец, мы очень благодарны тебе за Святого Духа. Lord, help people to make right decisions. Я прошу, помоги людям принять правильные решения. Lord, as we grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. И тогда, когда мы возрастаем в благодати и познании Иисуса Христа. Lord, as long as we're saved and тогда, когда мы спасены. May we always seek you before we seek anything else, or seek anybody else. Помоги нам искать тебя, прежде чем мы будем искать совета от людей. May we also ask you, Lord, that is this going to lead us to the world or lead us to the greater things of thee? Помоги нам всегда спрашивать себя, это поведет нас к великим вещам этого мира или к великим вещам от Господа? Lord, will it help our worship? И я прошу, ты помоги нашему поклонению. Make us more like Jesus. И сделай нас больше похожими на Иисуса. Lord, whatever the need is tonight, please. И какая бы ни была нужда этим вечером, пожалуйста. Would you work in people's lives? Ты совершай свою работу в людских жизнях. Would you bless everyone in here? Благослови каждого находящегося здесь, ободряй их. I pray our people. Я молюсь за каждого из этих людей. Read books and pray. Чтобы они читая эти книги, молились. And Lord, read the Word of God. Читали Библию. And take tracts and give them to their neighbors and friends. Раздавали трактаты своим соседям и друзьям. Father, thank you for our visitors tonight. Мы благодарны тебе за каждого из посетителей. Lord, continue to work in people's lives. Я прошу, ты совершай работу в людских сердцах и жизнях. Lord, those that are suffering in this room. И за тех, которые страдают в этом помещении. May each and every one of us be sensitive how we can help one another. Помоги нам быть чувствительными, чтобы знать, как помочь друг другу. And we pray all these things in Jesus' name tonight. Обо всем этом молимся во имя Иисуса этим вечером. Amen. I'm glad to be back. Я рад тому, что могу быть вместе с вами. I love you all. И всех вас очень люблю. God bless your dismissal. Бог да благословит вас при расходе.